Марк Семенович Солонин к отступлению готовит путь его фанатам. В этом клипе делаю об этом я предупреждение. Предлагаю им на страницу видео взрыв самолета Качинского ответы на вопросы заглянуть. Марк Семенович говорит в котором, что об объемном взрыве в этом самолете лишь его предположение, а не утверждение. Слушаем. Так вот, какие такие следы ожидаете вы увидеть, если предположить? Я этого не знаю, я не заявотехник, но если предположить... Итак... А что внутри этого самолета... Слышали? Если предположить... Еще раз повторю. Если предположить, я этого не знаю. Я не взрывотехник. Так что... Ну, а выводы делайте сами.